Привет, Алекс. Прочитал недавно новость о том, что в европейских странах проводилось исследование, расспрашивали лиц африканского происхождения, сталкивались ли они с расизмом в стране проживания. Так вот, среди европейских стран на первом месте, то есть самой расистской, оказалась Германия. Ну, у меня на этот счет есть ответ, и я думаю, это из-за того, что в Германии проживает 2 миллиона русских, в том числе русских немцев из Казахстана, потому что русские немцы Казахстана, они такие же в большинстве своем расисты, как и русские. У меня есть один знакомый, этнический немец, русскоязычный, который родился в Казахстане и потом переехал в Германию. Так вот, у него тоже довольно-таки расистские замашки. То есть он темнокожих там называет макаками, проживая в Германии, топит за русский мир. Его мать топит за русский мир. Поэтому неудивительно, что в Германии так много расистов.